Привет, друзья! Меня зовут Елена, я живу в Болгарии, и вы попали на мой канал. Присоединяйтесь! Сегодня мы приехали в город Поморье посмотреть, какая здесь обстановка, какой пляж и что здесь есть интересного. Наше внимание привлек пляж. Не понравилось то, что здесь камни и вход в воду с трапа. Возможно, где-то есть еще пляжи, но мы пока об этом не знаем. Набережная великолепная, хороший променад. Продолжаем дальше следовать по набережной. Есть такой же трап на несколько метров, уходящий в воду. Что понравилось в первые минуты в этом городке? Очень чисто. Власти следят за городом. Вот такая скульптурка «Мальчик с виноградом». Очень позитивный городок. Рекомендую вам. Сейчас такая пора, еще нет цветов. И немножко уныло выглядят клумбы. Но поверьте, летом это будет полное великолепие. А впереди я вижу чудесную беседку. Прогуливаемся по набережной, и с каждой минутой все больше и больше нравится нам этот городок. Какой-то он светлый, позитивный. Но на всем протяжении нашей прогулки пока песчаного пляжа не встретили. Но, возможно, где-то он в другой стороне. Тут большая площадка на открытом воздухе, просмотр фильмов, возможно, какие-то концерты. Прикольно, кстати, вот так смотришь фильм, слушаешь шум моря. Наверное, это очень романтично, надо попробовать. Господи, ну до чего же хорошо смотреть на море, чувствовать его шум и запах. Ну, такие симпатичные даже очень домики на набережной. Не знаю почему, но мне напоминает чем-то это Прибалтику, Палангу. От моря мы переместились в центр. И здесь вот такой отличный еще один променад. Парк для отдыха. И вот такой вот храм. Да чего же чудесный парк? Как здесь комфортно и красиво. И вот такие стоят две красотки. Все дома современные, новые. Мы пришли в такое кафе, очень уютная обстановка. Нам порекомендовала девушка, живущая в этом городе. Есть столики на улице, но на улице пока прохладно сидеть. Мы зашли в помещение. Gibt's ja nur, ist ja alles klar. Okay. Bedient sich. Okay.
Тут такой великолепный ассортимент для деток. Боже мой, какая прелесть. Прямо аппетитно выглядит. Дети, наверное, из этого кафе уходить не хотят. Ну вот, мы побывали в этом чудесном кафе. Очень вкусный капучино. Рекомендую вам. Счет всего 12 лева. В Бургасе гораздо дороже у нас все получалось. Наше путешествие заканчивается. Мы возвращаемся домой. Могу сказать, что город Поморье очень понравился. Очень позитивный. Понравилось то, что архитектура домов выдержана в одном стиле. А также очень много детских площадок и много мест, где можно прогуляться, посидеть в кафе, пошопиться. Много очень маленьких каких-то магазинов. В общем, приезжайте сюда, не пожалеете. Понравилось мое видео? Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И до скорой встречи. Пока-пока!